океаны, подтверждается, но не бактерии. Потому что верхний слой... Хорошо, я нижний... возражаю, но я не буду сейчас... Но не принципиально. Не буду сейчас возражать, иначе у нас тут да. Научный семинар все превратится. Нет, я привожу один пример. После грозы легче дышать. У всех есть, да. Ничего себе. А после выпивки хочется танцевать. Вот это мне нравится эти научные эти аргументы. Я скажу, что папы научная подоплека подведена. Вы знаете, вот мне бальзам на душу. Наконец-то. А привозом вызывали разве? Сядь пока. Не могу. Такой шкворень торчит, что сядь посиди. Шкворень. Борисович, сядь. Не смотри на ее голову. Я не закончу. Я понимаю. Ты сейчас продолжишь, но я скажу мысль, которая тебя вдохновит. Незаметно прошло 10 лет, и наконец-то мы слушаем не академика. А его сын. Раньше он пришел, ушел, сверкнул, как молния, исчез. Что такое? Отец сидит, посмотрите, он счастлив. Наконец-то есть преемник. Преемник, и он с пеной у рта. Слов не хватает. Мы не выслушали оценку. Максим Борисович, вставай, продолжай. Какой дурак тебя там научил? Нет, я просто это увидел. Я сейчас. Я о своем сыне так мечтаю. Бляха-муха, у меня еще не получилось. А тут тебя еще чаще на привоз ходить. Не, я понимаю, плюс 20 лет, но хватит ли у меня терпения? Борис Васильевич. Не ходить на окружный привоз. У вас хватило. Он встает и говорит, Максим, на взлет. Я знаю, что такое... Все життя... Что такое Одесса? Да, все життя уважал, что клеоматические бляшки – это старые проститутки. Где старые? Причем тут возраст, да? Да. Причем это научный термин. Значит... А курва? Я завершу предыдущий тезис о том, что там свобода слова там и так дальше. Почему я так долго рассказываю? Потому что мой знакомый, бывший генерал КГБ, а потом он стал генералом СБУ, но потом его убрали, потому что он не то сказал. Да, но он, слава богу, до сих пор живой, дай бог ему это самое. Очень разумный человек. А родительскую оставили? Ему оставили родительскую карту, говорю. И с ними не было родительской карты. Ладно, я шучу, детали истории. Не обращай внимания. Нельзя с таким лицом шутить, вы что? Была. С таким лицом шутит, ты что, я сразу не научил. Предупреждать надо. И он мне сказал классическую фразу, которую я повторяю сейчас везде, потому что она мне понравилась. Потому что умных людей всегда нужно цитировать. Он говорит, почему ты так переживаешь, что тебя кто-то слушает? Вы такие умные люди. Вас так интересно слушать. За это хочу выпить. Короче, ты сегодня хочешь узнать, что... Кто? Ура! Ура! Нам на рождение! Борис Васильевич, вас! Крепкого здоровья вам! Записывайтесь ко мне на мастер-класс. Сережка, у вас такой парень, что вы знаете. Бенгальские огни. Ничего себе. Це ж треба таке, вже бенгальські огні прийняти.